Началось мероприятие с гимна и выноса флага Российской Федерации. Тема педсовета – образование и воспитание, маршрут в эффективность. Среди почетных гостей были глава города Геннадий Артемьев и глава администрации Татьяна Леонова. Выступая перед педагогами, Геннадий Артемьев отметил, что городу есть кем гордиться, и за результаты не стыдно. Давайте вспомним еще раз. Это 13 наших ребят на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. 6 из 9 призеров, то есть 2/3 призеров из Калужской области, это были наши обницы. Средний балл по ЕГЭ выше, чем в Калужской области и в России. Мы недавно были в Дубне и разрабатывали вместе с федеральными экспертами программу развития территории с высоким научно-технологическим потенциалом, конечно, имея в виду Обнинск тоже. И вы не представляете, какие были глаза у наших коллег из Дубны, когда мы их познакомили с этим очень важным критерием научно-технологического потенциала, а именно выбор ребятами таких предметов, как физика, математика, профиль, биология, химия, информатика и средний балл. А мы гордились. Мы гордились, что наша система образования – достигла таких результатов. Татьяна Леонова в своем выступлении отметила, что победы обнинского образования – результат огромного труда педагогов. Что значит воспитать ребенка? А я говорю сейчас больше даже не о том, что вы их образовываете, вы их воспитываете. Ведь дети, приходя сюда, погружаются совершенно в новый мир. С новыми правилами, с новыми задачками. И потом, пройдя 11 лет, они становятся и победителями олимпиад, и поступают в лучшие вузы. Геннадий Юрьевич сказал очень много о достижений. Последний еще рейтинг хотел бы назвать, да, из 10 лучших школ Калужской области 6 наши. Вы понимаете, какие мы крутые! Очень много мы говорим о будущем. И я всегда говорю, что город — это люди. А будущее города – это дети. Вот каких детей вы готовите и воспитываете, смотря на них, у нас возникает полная уверенность, что с Обнинском будет все хорошо. Прошло награждение сотрудников детских садов и школ почетными грамотами губернатора, Министерства образования Калужской области, главы городского самоуправления и администрации города. Два педагога были награждены юбилейными медалями 65 лет городу Обнинску. На конференции работников системы образования показали несколько сюжетов телекомпании «Обнинск ТВ», в которых рассказывается об учителях и воспитателях нашего города. Заместитель главы администрации Обнинска в сфере образования Татьяна Волнистова в своем выступлении рассказала о важных событиях в жизни городского образования и обозначила основные задачи на предстоящий учебный год. В частности, активизировать работу по включению педагогов в процедуру повышения квалификационной категории. Актуальным остается вопрос привлечения молодых специалистов в школы и детские сады. Выступили с докладами педагоги и руководители детсадов и школ, говорили о системе наставничества, прозвучал доклад о династии учителей, говорили о мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.